Если вам артисты говорят, что с ними ничего не происходило из вон ряда выходящих, врут. Забавный случай, который со мной буквально недавно произошел на одном важном мероприятии. Итак, история. А он по голове на! Чего только не было за 15 лет. Работа на поминках, например. Позволила себе немножко лишнего. Сказать нет, я не могла, потому что сидели зрители и шла съемка. Прям не жалей их, обзывай. Я, значит, стою вся в шерсти и в соплях. Бедная, несчастная. Курица общипанная. Шла на день рождения к подруге, могла бы и приодеться. Через 20 минут я уже стояла в норковой шубе. Выглядишь, как лохушка чилийская. Стыдно смотреть на тебя. Алкоголь все-таки решает, друзья. И кувыркалась по танцполу и влево, и вправо. Армагеддон. Армения моя. И эта елка вот сверху летит, и собаки лают, и все кричат, дети. Орут, выглядит плохо, мужики все плохие. Но это не самое страшное. Кто хотел, не знаю, чихнуть, и чихнуть не разрешали. И в какой-то момент я стою перед камерой, начинаю читать текст, и понимаю, что... У него микрофон прям там был. А он такой, главное, ногу свою волочит на сцену. Я ему говорю, куда? Там кровище прям жесть. Прекрасному празднику пришел конец. Всегда не идет работа, когда не получаешь деньги. Не сработали шторы, пошла фонограмма, начали опускать, как клоуна дергали. Конечно, потом все отблагодарили, типа праздник удался. И букет бросали. Он, главное, мне два кулачка говорит, угадай, в какой. Ну, я показываю, ну, на левый. Он открывает, а там глаз. Что-то у него тут лежит, и вот слюни, все дела. Обожаю свою профессию, господи. Гайцы стоят, резомированные парни. Вот я был таким же. А Басков поет, как ни в чем не бывал. Золотая чаша. Вот у меня, главное, платье горит. Самое страшное. Сжала кулак, и на, присняк. А все радуются, веселятся. Очень смешно, потому что... А она в это время была там... Если вы хотите, чтобы на вашем мероприятии произошла какая-нибудь, устроим. Такая вот смешная история. Может, не аплодировать вас мало, я не привык.